Как всегда, ежедневный влог и последний день в отеле Garden Resort Bergamo. Играют реальные мелодии смартфонов на пианино. Ну, это известная музыка играет перед ужином. Иди станцуй. А кто-то рингтон телефона брал. Ужин. Последний ужин сегодня в отеле, и вижу что-то такое громоздкое я впереди. Все-таки, наверное, Курбан Байрам. Ну, хотя нет, мне сказали, что так как турков здесь в отеле нет, это вот сегодня с блинчиками тот день. Это вот они, крабы. Много-много крабов, как в прошлый раз. И индейка точно. Блины. Я очень хочу блины. Сегодня и рыба, и рис с индейкой. Мам, ногу такую не хочешь большую от индейки? Тут рядом лежит. Так, ладно, пойдем за блинчиками, Вань. Бери тарелку. Аккуратно. А, ты не хочешь блины? А мне понравились блины. Очень-очень вкусные. Делают на улице. Это прям мое. Арбуз сегодня есть. Очень много всего. День сегодня очень-очень жаркий был. А это моя любовь. Вот, видите, специально для моих габаритов. Два. Сладкий стол какой красивый. Прям целые клубнички такие сделаны. Первый раз за все время желе, видите, сделано. Желе вот мне очень не хватало, я его очень люблю. А еще вот такой вот очень красивый тортик с непонятными лепесточками. Непонятно, из чего они сделаны. Но выглядит очень аппетитненько. Пахлава. В общем, и турецкие сладости, и все. Прям идешь, глаза разбегаются. Так. А мне вот здесь вот эта вот острая аджика понравилась. Вкусная. И с удовольствием. Таким вот образом. Так. И вот такой вот у меня сегодня будет ужин, плюс еще вот здесь мне очень нравится, у них соленые огурцы сейчас с другой стороны. Кстати, если для деток, супчики тоже есть, какой-то мини-строни и луковый суп сегодня. А я хочу соленых огурцов, не знаю почему. Зелени много, сколько. Так, пойдемте посмотрим на наш выбор. Ваня сегодня, пока я привела прямой эфир, и он не вылазил из бассейна, кто вот меня смотрел, видел, я ему говорю: Ваня, выходи. Он вот, видите, что произошло у него. Так, но у меня сегодня самый кайфовый ужин из всех, потому что я очень люблю блины. Я их просто обожаю. Утром, что ж ты не ешь оладушки? Утром оладушки есть. В общем, я взяла себе индейку с огурцами и с аджикой. Мама себе взяла рыбу и плюс еще черешню. Сегодня, кстати, черешню дают. Мама еще и арбуз несет. Ты думаешь, ты все это съешь? А покажи мой. Ну, а твой что? У тебя рацион один и тот же. Либо у тебя рис с котлетой, либо у тебя рис с сосиской. В принципе, он у тебя за весь отпуск наш не меняется. И хочу сказать, что человек довольствуется малым. Ване, допустим, этого вполне хватает.
Ну, и арбуз, и фрукты. Я не всегда показываю, что фрукты, но фрукты мы всегда обязательно едим. Очень вкусные сливы, я много раз говорила. И арбуз тоже очень-очень вкусненький. А маме еще и лепешки, да, вот эти вот понравились вкусные? А я что-то сегодня даже, смотри, так обрадовалась блинам, что лепешки свои не взяла. Ну да, это много будет уже с лепешками. Вот так вот, всем приятного аппетита. Это сейчас начало ужина. Сегодня обед не сняла, сейчас потом покажу, сколько будет в конце людей. Уже вот в середине, в принципе, столики остаются на улице. Но вот очень много любителей, кстати, на улице есть. Вот кто не любит кондиционеры, на улице многие садятся. Все зависит от привычки. Дорога на пляж. Смотрите, показываю. Наш пляж находится далеко. Вот там через дорогу наш отель. Вот здесь вот отель. Вот это вот Orange County называется. Это первая береговая линия. А вот это Барут. Вот этот Барут — это вообще один из самых шикарнейших отелей на побережье Кемера. Ну, один из самых. Здесь, конечно, есть еще хорошие отели. И вот, допустим, чтобы пройти на пляж, нужно пройти между вот этих двух отелей. Но мы сейчас с вами попадем, соответственно, на пляж этих двух Можно отелей. Можно в Барут съездить, но просто Подождите. Смотря какой сезон. Я думаю, Подождите. Что, допустим, в начале октября вполне Подождите. Доступно, возможно. Подождите. Что? Мне надо встряхнуть. Просто сейчас август. И август — это, по-моему, самый дорогой месяц в Кемере, хотя я не понимаю, почему. Но только из-за того, что, наверное, дети в школу идут, многие стараются в это время попасть, да? Да, наверное. А так очень-очень душно и влажно. Да. Ну как? Мы, конечно, отдохнули хорошо, но я вам просто говорю по сравнению. В сентябре уже немножечко другая погода, вот, особенно в середине сентября, в конце сентября. То есть и море теплое, и уже нет вот такой изнуряющей жары. Вы прям можете прохаживаться, спокойно гулять по вечерам. Мама. То есть вам будет комфортно. Мама, а мы сейчас, конечно, идем, мы мокрые вот Мама, все. Вы знаете, что я заметила? Что? Этот длинный, это, у него корпус маленький, но длинная территория. А, вон того отеля? Да, они оба огромные отели. Там корпус очень большой, но территория очень маленькая. Я сейчас хочу пройтись немного, посмотреть вот по пляжу вдоль вот этого Барута. Очень мне нравится у них пирс. Длинный у Барута пляж. И какое море, да, мам? Изумительное. И вот оно, око да зуб не имет. Вот если бы вот это вот, смотри, у нас вторая береговая линия, да, вот сюда пришел и все, и купайся. Ну, конечно. Тогда конечно. Да, это вторая береговая, вот мы сейчас к морю вышли. Но это не наша. Оказывается, близко. Здесь. Конечно, близко. А ты посмотри, какие края. Нет, я тебе и говорю, что на лежаках ты лежать не сможешь. Ты только можешь вот полотенце сюда положить, без зонтика, без всего купаться. Пожалуйста. Так тебя выгнать не выгонят. А, так у них даже, смотри, территория есть 16+. Ну, то есть, тоже, как у нас, релакс-зона, и здесь тоже точно так же есть релакс-зона, что только с 16 лет можно там отдыхать. Смотрящий сидит, смотрит. Видишь, у них на территории Айран, как в Ауведоне. То, чего не хватает из напитков. Соки. Тебе не хватает. А? Тебе. Мне. А ты что же Айран много раз пил? Я люблю, ну. У нас в отеле. Видите, зона только для взрослых. Ну, территория, конечно, нас туда не пустят, я так думаю. Ну как, неохота просить, вот идти, объяснять, что пустите нас, бедных родственников, поснимать. Пирс здесь, конечно, изумительный. Сейчас у девушки подошли, спросили, говорим, сколько день стоит. Ну, понятно, что можно, конечно, открыть интернет и посмотреть, но встретили здесь. Я, говорит, не знаю, я первый день здесь. Не знаю, может быть, кто-то ее привез с собой. Сегодня, видите, луна скоро будет полной. Я помню, мы улетали, в прошлом году была полная, красивая-красивая луна. Вообще изумительно сверху смотрелась. Просто изумительно. И вот такая вот водичка, смотрите, сегодня какая прозрачная, чистая-чистая.
Ух ты! Слушай, а мы ж денежку хотели. Денежку ж хотели запульнуть, чтобы на будущее вернуться. В следующий раз, Вань, либо в Барут, либо никуда. Ну, потому что я поняла, что я хочу в хорошее. Ну, я имею в виду в такой, что... Мам, почему только или в Барут? Может, тот, который большой? Раньше Каунчи? Да. А мне почему-то вот этот побольше нравится. Но мы сейчас там пройдем, сейчас тебе куруш дам мелкий. Бабушка тоже у нас камни умеет. Вот такие, смотрите, мелкие куруши. 5 куруш, я даже не могу сказать, сколько это. Давай, загадывай желание. Сюда вернуться еще раз про себя. И далеко-далеко в море бросай. Загадал? Да. Опа! Что-то я даже не увидела, куда она у тебя улетела. Улетела, да? Да, улетела. Да, вида отсюда просто изумительно. Ладно. На Барут посмотрели со стороны. Пошли посмотрим Оранж Каунти пляж со стороны. А мы вот здесь вот сейчас пройдем. Я бы даже скупнулась. Вот хотела ж купальник взять. А вы сказали, куда, куда. А сейчас самое оно, вот в это время, знаете, как когда вот идешь вот весь влажный, искупаться. Прям вообще шикарно. Так. Сейчас, Вань, подожди, пройдем несколько отелей, посмотрим. Вот это у нас Оранж Каунти такой красивый. Бар у них здесь. О, кошачки здесь. Кошачки здесь. И они, кстати, здесь очень-очень худые. Да, им здесь пить нечего, наверное, бедным. Вот все кошки здесь, которых видела, очень худые. Им еды-то дают, а пьют они в бассейне иногда. Ну, солнечные мои, у меня нету ничего с собой на этот раз. Если бы было, я бы дала. Я в Алании ходила все время с вискосом, а здесь что-то... Смотрите за вами, бегу. Ну, понятно, они голодные, чушь. Вот так вот. Здесь тоже, кстати, вот кто боится спуска в море. Нет, я хочу сказать, ты видишь, у них тоже эти лесенки в море спуск идет. То есть, если тебе тяжело спуститься, то ты можешь по лесенкам спуститься. Это удобно. А есть... Конечно, купаться. Я бы сама сейчас пошла купаться. Есть детская площадка тоже. Мама пошла разведчиком. И пирс тоже есть свой. И кафе какое-то тоже на пляже. Кстати, видите, пирсы все закрывают периодически. Не знаю, они что, вечером туда не выходят, что ли? Там серый кот нашел. Что там? Серый кот. Серый кот? Дорогу пересек. Так. Сейчас ждем. О, как раз место встреч. Место встреч? Да, это место встреч. Почему ты так если думаешь? Если его потеряли. Я знаю, у нас в Сергиевиче были написаны. Место встреч. Ну, может быть. Водичка. Какая у нас шикарная сегодня водичка. Что, мама, от тебя? Он бегом в море убежал? Ну да. Ну, я говорю, заход как? Она говорит, плохой заход, камни. Камни. А у нас там расчищено немножко. Да, да, да. У нас заход отличный. Заход отличный, но далеко. Да. А здесь близко, но заход плохой. Не, ну лесенки-то у них есть. Ну да. Что, собственно говоря, спустился и поплыл.
Так, дайте-ка я пойду поближе к водичке. А вы тоже можете поближе к водичке. А то все просят море, море. Вот оно море. Целыми днями мы на море, да, Вань? Пойдемте в Макдональдс. Скажи, уже устала от моря, да? Да. Пойдемте в Макдональдс, а? Ну, тебе только Макдональдс один подавай. Ой, что-то прям хочется по воде аж пройти, но я знаю, что не пройдешь, там будешь проваливаться. Мам. Ау. Смотри, да, даже полотенца лежат. Оставлены. А. А ты здесь? Я забыла. Это здесь Макдональдс? Ну, это здесь, где мужчины. Ой, Ваня, Макдональдс вон там в самом конце, видишь? Виднее. А. Куда идти, идти, идти. И вот я хочу сказать, что кто спрашивает там про бергамот, а я все равно советую. Вот первая линия. Рокс, Роял. Ну, посмотрите, их много. Кристалл, Аура, по-моему, Фам Резиденс, отели. Это все первая береговая линия. Не нужно ездить никуда на автобусе. Это, поверьте мне, очень-очень большой плюс. А мы сейчас вышли каким-то фонтаном. Сейчас до фонтанов, до этих дойдем. И пойдем, повернемся обратно. Здесь хоть свежестью немножко пахнет. Хотя свежести и так хватает. Мам, как у нас дома папа делает? Папа дома у нас вентилятор ставит и водичку. Вот так вот. Вань, скажи, и не долетает, да? Конечно. Вас сфотографировать с бабушкой здесь? Нет. На память? Не хотите? Да, ты видишь, какая прическа. А прическа и мокрые все. А, и ты видишь, какая вода здесь? Отвратительная, зеленая. Вода зеленая, да? Ну, это может быть дно илистое, что она зеленая. Ну, наверное, застояла. И пальмы вокруг. Ой, ну что, в отель будем возвращаться? Назад? В Макдональдс будем идти. Нет, конечно. Дружок, никакого Макдональдса. Это я шучу. Пойдемте. Не, наверное, а с фисташками есть. Расфасованные, сладости. Сколько такие стоят? Не знаю, 35, что ли, лир. 35 лир, да. Нет, 64,90. Это за килограмм цена. 64,90, а это за 35. Ну, а внутри они белые, что ли, или как? Белые внутри, снаружи с фисташками. Ау. Я лучше возьму вот эти печенья. Хорошо, а мне вот этот чай посоветовали, форум. Сказали, что хороший чай. Не знаю, взяла попробовать. Потом расскажу, хороший или нет. Кстати, сколько он стоит, сейчас покажу. Так, сейчас покажу, как выглядит, сколько стоит чай. Мне про него написали, сказали, что хороший чай. Будем пробовать. Вот так вот. Сколько он? 5,75. Если я правильно понимаю, стоит. Но, кстати, он пользуется популярностью. Вот здесь вот лежал. Его здесь практически нет. И вот здесь тоже уже, смотрите, там... Одна пачка осталась. Вот этого форм чая нет. Видимо, наверное, многие берут. А, хотя вот он. А, подожди, он вот он лежит. Он разные есть. Есть с корицей, есть с ананасом. 5,50 получается. А есть мой любимый Липтон. Ваня, как реклама Липтона звучит. Сейчас напишут тебе: Ваня рекламирует Липтон. Ну что ты, мам, набрала? Ну вот это по Оксане. Да, вот он. Нет, и вон лежит зеленый там. Зеленый, это интересно. Вот, вот в корзине. А, зеленый. Да. Апельсиновый. Пойду с той стороны, обойду. Здесь людей много. Здесь. Я корзину не взяла, давай мне там. Или тебе надо? Сейчас я с тобой поделюсь. Ну, я, наверное, Оксане вот такой апельсиновый, что ли, возьму. Один апельсиновый, один вот такой. 22 лиры. Что там, Вань-то?
А один гранатовый, что ли, какой-то? Я хочу гранатовый. Ну, это я папе. Нет, гранатовый-то мы возьмем, давай бабушке Наташе отвезем в подарок. Я себе тоже хочу гранатовый. Вань, ты его не будешь, я тебя знаю. Ты возьмешь его и выплюнешь. Нет. Потому что ты не любитель. О, кстати, здесь вот эти. Давай вот такие вот какие-нибудь себе возьми, которые уже порезанные. Выбери себе любой. Потом уже ходила, да, я. По-быстрому сходили в Вайкики. В общем, на 385 лир накупила Ване одежды. 385 лир это приблизительно 4000. Но я купила ему, в принципе, все для школы, все, что нужно. Вот такие вот обычные, простые, белые футболки с длинным рукавом я искала. У нас разрешены в школе либо рубашки, либо вот такие вот какие-то заменяемые кофточки. В общем, вот такую вот я нашла и сразу же взяла их две штуки. Вот за две штуки 49,99. Ну, обычный хлопок. Обычный хлопок. Так, иди, Вань, сюда примеришь хоть немножко. Свитерки. Нам сказали, что тоже обычные, должны быть там, в общем, без всяких наворотов, без всяких рисунков, без всего. Вот эти вот джемпера, которые одеваются на... рубашку. Ваня радуется, что у него этикеток может будет много. Я, наверное, некоторые буду вести с собой. В общем, 60 лир. Такой ему купила. Вот такой вот мне понравился. Серенький. Ну, нельзя в школу вот у нас такие требования. То есть они должны быть какие-то однотонные, более-менее, с воротничком. Таких вот двое купила. Дальше. Вот такие вот спортивные брюки, потому что наверняка будет физкультура, да, и нужно будет что-то такое. Также для физкультуры купила вот такую вот обычную. Физра – это сокращенная физкультура, Вань. 16 лир такая футболка стоит. Также купила вот такие вот черные. Ну, это джинсы. По идее, джинсы у нас не разрешены, но они что, джинсы, что брюки, как бы они черные, их не видно. Брюки, джинсы. Что это такое? Я думаю, что для школы они ему подойдут. Такие вот еще тоже взяла спортивные брюки. Просто обычные, потому что их много не бывает. 33 лира такие стоят. Ну, собственно говоря, я ему вообще все взяла на... Вань, ну отойди, пожалуйста. На учебу все взяла. Вот такие шорты взяла. Удлиненные, черные тоже на физкультуру, потому что там тоже требуют. Стоят такие шорты 25 лир. Так, ну и вот это вот добро. Его тоже много не бывает. Его всегда нужно много. По три упаковки в каждой. Это что, трусики? Ну, можно и так сказать. 30 лир. 5 часов утра. И в это время всегда начинает петь мула, слышите? Ну, кстати, его никогда не слышно, если закрыт балкон. Если балкон открыт, то слышно пение. Ну, а на этом наши приключения на этот день закончились. Мы уже проснулись. Собираемся в аэропорт. И это будет следующий влог. Всем огромное спасибо за то, что вы были со мной. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь в следующем влоге.